Здравствуйте, вы смотрите программу «Бесконечные новости», и сегодня мы находимся на выставке. Жители Королева приглашают на выставку «Как делать не надо». Работы старшей группы из-за студии «Пойманный ветер» по книге «Вредные советы». Можете рассказать, пожалуйста, о выставке? Конечно, с большим удовольствием. Сегодня я хочу вам представить выставку студии «Пойманный ветер». Эта студия существует при ЦДК имени Калинина уже более 90 лет. Посвящена она году наставника, педагога и наставника, который мы весь этот 2023 год будем так или иначе отмечать. И вот эти работы, написанные детьми из студии, учащимися студии, посвящены вредным советам Григория Остера. Люди старшего поколения, наверное, больше знают этого писателя, который написал смешные вредные советы, собственно говоря, о том, как делать не надо. И вот эти рисунки детей, ну, как нельзя лучше характеризуют такие стихи. Ну, вот как, например, да, если ты пришел на елку, свой подарок требуй сразу. Догляди, чтобы ни конфеты не зажирил Дед Мороз. И не вздумай беззаботно приносить домой останки. Как наскочат папа с мамой, половину отберут. Ну, понятно, что это, конечно, смешно и так делать нельзя, но, тем не менее, работа потрясающая, выполнена практически профессионально. Педагог этой студии Роман Федченко. Кстати, мы с ним работаем достаточно давно. Это уже третья выставка его, ну, работ его детей в нашей библиотеке. Спасибо большое. Алина Козухова, Ксения Цурка, Екатерина Шумихина, Александр Назаев для передачи «Бесконечные новости».